Итак, ребята, значит, многие просили, эти того, что мне там 35 лет исполняется, исполняется 35, вы можете читать, что им мешают постоянно, 35 лет исполняется, со мной вживую встретиться, вот, я сначала не хотел, да я вообще и не праздную никогда свой день рождения, но если подписчики просят, а уже несколько людей, там, значит, там двое точно хотели, значит, те, кто хочет, после 7 числа около метро ВДНХ в 15 часов 7 августа приехать. Вот, и будет долгая прогулка ногами, можно будет потерпеть. Вот, особо терпеливые могут получить бонус, я не знаю, там, может быть, в музей космонавтики сходим или еще что-нибудь такое. Вот, ребята, так что приглашаю всех желающих. Вот, сразу говорю, все желающие бесплатные обеды не получат, но это на усмотрение администрации, так сказать.